Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Getting Up. В прошлый раз мы с вами осилили очень длинную миссию. Мясокомбинат, вот этот мясокомбинат мы будем сейчас проходить. Вот, и... Вот эти вот три серии предыдущие. Вот. Да, три серии. Это была только дорога на этот мясокомбинат. Вот, и честно сказать, я-то думал, мне самому придется прыгать на этот. Куда там надо было прыгнуть, на какую-то машину. Так, назад. На какой-то грузовик. Вот. А, подождите. Вот. Не с первого раза, типа, нажал на начало квеста. Вот. А он, короче, в заставке сам... прыгнул наш главный герой. Вот, видим сейчас новую картинку загрузки. Вот. И очень интересно, что там нас на мясокомбинате ждет. Да, я вот при слове мясокомбинат вспомнил вторую мафию, как я там ходил. Да, помните, там была миссия такая. Вот, посмотрим, что нас будет ждать здесь. Так, наконец-то загрузилось. Когда рубишь мясо по 14 часов в день, ничего не стоит порубить человека. Да. Короче, забомбить три точки в мясном цехе. В смысле, а кто-то в мясном цехе делает граффити? Экзит. Мне интересно, как он сюда проник. Я думал, тут сюда надо, ну, проникать еще как-то. Вот. Сейчас, конечно, сделают мясников плохими. Хотя, с другой стороны, это правильно делают, что... Скорее всего... В смысле, тихо. Блин, вот... Конечно, они правильно делают, что мясники... Покажи, что мог, начинают вот так вот агрессивно себя вести, потому что... Сами подумайте. Какой-то... Какая-то шпана заходит в цех. И мешает работать. Я на самом деле такое осуждаю. Так делать нельзя. Вот. Так что если собираетесь делать граффити всякие, то делайте это в таких местах,
в которых это можно делать. Вот, а пролезать на всякие предприятия, на частные территории, это не очень хорошо. Так, а как там она открывается? В бок, по-моему, да? Да, смотрите. Вообще, с другой стороны, когда же в цеху так вот красишь, это же антисанитария. Слушайте, это же распылитель на самом деле. Вот краска на мясо войдет. А потом это самое отравление пищевое у людей. Так, друг, давай. Я знаю, ты можешь. Тянет, смотрите. Хорошо. А, вот, вот так вот пролезть можно было. Давайте я вам тег тут поставлю. На кровавленной стене вам тут еще. Так. Вот. Да, я еще поверх своего тега поставлю все. А, нет, смотрите, тег мой будет поверх этого самого граффити. Да, это я, конечно, маханул. Это не очень красиво будет смотреться. Хорошо, теперь где-то здесь было. Ну, блин, я сам же испортил свой этот самый. Это ты, Дом? Ты себя возомнил? Так. Если честно, в этом случае я за работников мясокомбината. Видали? А куда она улетела-то? Куда ведро улетело, я не понял. Тихо. Не в ту сторону повернулся. Вот вы прикиньте, работаете вы где-то, и тут какой-то этот шпана какая-то приходит. Стоит ли тебе со мной связываться? Я не понял, где ведро? Куда оно улетело? Непонятно. О! В смысле, а почему ты красный, друга? А, вот, смотрите. Не совсем понятно, почему тут не хочет рисоваться. Я надеюсь, что это... Это все, на что ты способен?
Я надеюсь, что это не основное граффити, которое нужно нарисовать. Ух ты. Блин, больно же пинается. Так, здесь у нас что такое? Так. Это мы вытаскиваем. Так, старается, да. Кашляет, как будто тут ему плохо совсем. Так, я пока не знаю, вот эти вот штуки я брать не буду, наверное. Лечилки. Надо, короче, все стены тут посмотреть. А, вот смотрите, вот здесь вот могёт рисовать. Реально я не пойму, почему в той комнате ничего не рисовалось. Я надеюсь, что вот это вот граффити, которое там не нарисовалось, оно мне не запорит прохождение. Может быть, там нужно просто подождать какое-то время. Типа, открыл дверь, там холодно, и нужно подождать, пока там холод весь выйдет. Типа, по холодной стене не рисуется. Фиг знает. Сейчас я туда вернусь, конечно. Может быть, это теория рабочая, которую я сейчас выдвинул. Ну, ладно. Да в смысле, нормально же все делал. Какие подтеки? Все. Сюда не прыгает, ладно. Все-таки возьму. Ладно. Я просто думал, там наверх можно запрыгнуть. Так, где тут... В какую комнату мне надо было зайти? А, здесь, наверное, просто по размеру не подошло. Все. Это-то, видите, это та самая комната, но вначале почему-то был робот. Ну, предлагали нам робота нарисовать. Да, я понял все. Все хорошо. Так, ну и шо? Что дальше? Конечно, белым рисовать по светлым плиткам это что-то как-то. Ну-ка. Это как-то не очень. Прикольно, потому что ничего не видно. Чё-то как-то все не очень будет видно. Тогда уж. Да, там, конечно, можно было бы было поменять цвет, но я что-то не поменял. Ну и ладно. Ну и так нормально. И так сойдет. Главное, так,
Запилил. Задание выполнено. Хорошо. О, только не эти ребята. Не-не-не. Сейчас тут от них надо, наверное, надо будет. В смысле, не понял. Ай-яй-яй-яй. Отстань. Второй раз повторять не буду. В смысле, все, бегай вокруг. Не с места. Отстань. Эй. Последнее предупреждение. Ну ты меня, друг, ган в мясо прямо уронил. О, слушайте, класс, все, он меня роняет, он сейчас тут застрянет, а я убегу от него. А я от него убегу. Все. Чекпоинт достигнут, хорошо. О! Ой-ой-ой! Ой, камера тут. Ребята, дайте мне, пожалуйста. Он должен был упасть. Тихо, эти. Я даже с палкой не справляюсь. Лежи, не вставай. Дайте мне робота дорисовать. Все хорошо. Блин, вот эта камера, я вообще не понимаю, что она... Чего она меня снимает? Типа, спалился, да? Так, время, конечно, я тут про... Это самое... А! Ой! Ой-ой-ой! Я, конечно, у меня нет цели собрать все вот эти вот айподы. Но если вижу айпод, то подбираю. Давай. Ага. Я видел закрытую часть завода, куда мне нужно было попасть. Но сначала нужно было миновать посты ССК. Ооо. Чекпоинт достиг. Сейчас опять, блин, лазать тут. Опа-на. Так, это мы уже знаем. Научная. Красный цвет, это значит, не помещается ничего. Так, вот здесь. Вот здесь теги белые рисовать. Это вот прям норм. Все прям прекрасно видно. О, тут еще вот так. Ля, смотрите, тут с автоматом был.
Ой, я даже не знаю, я вообще туда допрыгнул. Допрыгнул. Офигеть, ты чумба. Увеличение шкалы навыков, прикольно. Я тут был, между прочим. Так, до тех коробок я, конечно, вряд ли допрыгну. Вот. А вот до сюда, наверное, я точно допрыгну. Конечно. На землю! Так, попади в меня сначала. Черт. Понеслась. Так, берем балку. На вот так этот случай. Баллоны, поднимай руки вверх. Какие баллоны? У меня доска. Так. А, я, кажется... А, нет, это я там был, да. Так, да... О, вот. Да, надо... Да, я... Главное, помнил, что куда-то надо... было нарисовать граффити, да? Но я что-то как-то стоял, сейчас искал. А оно, оказывается, вот оно, перед носом было. Так, видимо... Так, а у меня какое это самое задание? Забомбить три точки в местном цехе. Это я, по-моему, сделал. Вот, забомбить две точки в местном цехе, затем поднимайся на второй этаж в тайное убежище. Так, одну точку я сделал. Осталась вторая точка. Мне кажется, что вот туда мне надо как-то. На тех коробках я стоял. Давайте вот здесь вот я сделаю раз, вот здесь вот сделаю два. В этом плане, да, мы плохие, потому что мы вандалим. Так, не надо меня брать. Эти. Так, ладно. Сейчас я тобой займусь. Так, один готов. Не, не готов. Больно. А
Да хватит меня бить. Окей. Я всего лишь хотел залезть вот сюда. Так, давайте я прыгну обратно. Вот, смотрите, еще что-то. Какие же, блин, эти охранники злые. О! Вот этот какой-то вообще злой. Ай-яй-яй-яй. Вот в чем дело. Он совсем тут сваталец, да? Омоновец, да? Назад! Готов. Фух, это было опасно. Так, а я думал, тут что-то надо сделать, да? Нет, не здесь. Ладно, а здесь? Ладно, вот на двери сделаю тогда. Так, по крайней мере, я знаю, что здесь можно залезть. Ну-ка. Опа, тут труба вон куда ведет. Интересно, куда она нас при... А, вот, смотрите. Надо поосторожнее. Ну там-то подтек, чё, не серьезный. Внизу, блин. Завижу подтеки. Не понимаю, где я еще не докрасил-то? А. Все? О, самый толстый, смотрите. Но то, что меня сейчас прогоняют, это нормально. Так, экзит. Нет. Ага, мне все-таки к тому толстячку надо, да, идти? А как же мне до тебя добраться-то?
Ого. Допрыгнул хорошо. Опа. Ой-ой-ой. Плохо. Ай-яй, не падай. Конечно, мне кажется, что... надо как-то туда запрыгнуть, где лампы сейчас светят. Так, подождите. Чё такое? Чё стоишь-то? Да, все-таки он меня сейчас не отпустит. Я вот не знаю, если я, допустим, сейчас запрыгну вот на эти лампы, он же, да, не запрыгнул. А что если я сюда запрыгну? Хотя мне кажется, что туда надо запрыгнуть, на те ящики, и с тех ящиков вот, вот сюда наверх запрыгнуть. Хорошо, я сейчас так и попробую. Только вот так вот по стелсу попробую. Видите? Хорошо. Так, тихо, не падай. Ух. А, я, кажется, понял. Так, забирайся. Тихо. Ой-ой-ой-ой. Блин, это ж надо было так шандарахнуться. Жизни мало, мне на один удар так-то осталось. Ух ты, есть. Так, камера, ты что делаешь? А вот, бежим, бежим. Хорошо. Нифига себе. Музыка еще такая. Сейчас. Камера, блин. Что ты эпилепсию устраиваешь мне? Так, отходим. Тихо. Ой-ой. Тихо, подожди, подожди, подожди. Ух ты. Чё, рестлер дофига, да?
на массе сидишь, да, друган? Я боюсь, что я... В смысле, что мне делать? Он меня сейчас это самое... прибьет. Ай, все. Я погиб. Злые разъяренные. О, слушайте, совсем мне капельку оставалось. Жизни. Какой кошмар. Как... Ужас. Я думал, что мне прям все заново надо будет проходить. Так, ой. А серия уже 38 минут уже длится, да, считайте, практически. Арена 4. Окей, ну, главное, что я сейчас прошел данную миссию Лола Вандалов. Да, эту серию я... разделять уже не буду. Да. Вот. Короче. Да. Я сейчас задумался просто. Вот. Собственно, это все. Следующий уровень. Логово вандалов тут написано, да? Буду проходить в следующей серии. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи. И всем пока.